19 февраля на 18-й сессии районного совета депутатов состоялась торжественная церемония награждения жителей Миринского района. В честь годовщины Победы, отдавая дань уважения великому подвигу, героизму и самоотверженности ветеранов войны, в стране учреждена юбилейная медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне». Указом президента России такой медалью награждаются фронтовики и ветераны тыла. Глава Миринского района Ришат Юзмухаметов в этот день вручил награды ветеранам Валентине Дымбрыновне Брюхановой и Нине Ильиничне Провоторовой. Также в связи с 55-летием со дня образования Миринского района муниципальными наградами в этот день отметили нескольких жителей. Это работники промышленных предприятий, педагоги, врачи, депутаты, сотрудники государственных и муниципальных органов.